Все неправда. Кстати, да, дрыща, надо бы БК фласки настроить. Так нет, даже не БКшная, а это. Или он БКшный, а потом какой-то. Дон, ты хотя бы говоришь, что там роли что-то вкусное. Дайте рыбу по-братски. Давайте трэш пока. Ну давайте трэш пока, там Дон разруливает. Кто нас танчит? Сильваныч здесь? Здесь. Да, Сильваныч или Фиксик. А заранее. Там босс пошел, ебать. Танчит? А чё, босс, если Корнес? А, ну, слушай, ну что-то я припутал. Ну, типа, босс лучшеник или Корнес лучшеник. Не, по-моему, босс лучшеник. Типа, чувствуется важность. Умрёте. А, по-любому, главный из них все-таки босс. Потому что ник соответствующий. Какой альтер-эго ты выбираешь для себя? Что? Какой альтер-эго, интересно, он выбирает для себя? Какой-то... Это Билли Миллиган нашел к ней, да? Ты плохо сформулируешь мысли, я даже не понял. Ну все, не сегодня, значит. Ну все, и вниз идем, вниз. Ну, в плане на острокрыло. А куда Сильваныч не спем? А, Фикси, спекайся, долго ждать. Сильваныч, ты тут? А кто у нас сейчас затанчил, интересно? А, он входит, не спекайся туда. Что-то я тут... Собаку захильте, собаку умрет же. Ок, песик. Спасибо, спасибо. Хил лучше. На Муму так не захилили. Неважно, главное, собаку мы захилили. Ты Кару дал 0 ГП, слушай, что так мало. Я пытался снять, но я не знаю, мог распространить по 5. Понял, Дис вылетел. Ну ты знаешь, что делать. Дис вылетел, ну ты знаешь, что делать. Напишите ему, пацаны, что он знает, что делать. Так, смотри, где? Все, блядь, Вайт тут. Ни рыбы, ни ман. А вы рыбу ставили? Нет. Вот вам рыба в центре, быстрее. Кто успел, тот поел. Гера КД, могли бы... Нет, Геру на Игнеса дадим. Да мы сейчас убьем сейчас без переводок, пацаны. Давайте. Ну, все, я здесь. Так Гера нет. А, ну да. Ну у меня есть, мне можете дать потом. Мне тоже. Кстати. А потом Игниса не будет. Нет, не давайте. У нас две рыбы стоит. Потому что, блядь, у нас богатый гиль. Вот так. Сфера уже из-под полы ушли. Один кубоп вас кормят невкусно. Да ну, надо ж, блядь, куда я вышел. 8 стаков я сделал. Выкинь ее. Да не. Смысл. Но на многих постах не нужна. Обычно отравить нас решил. Ну или знаешь, ты в пуга рейд идешь, обычно тебя пуги возмущаются, хули ты анроли что-то, если ты даже рыбы не ставишь. Вот обычную поставил, и все, вопросов сразу нет. Да ну бля, а как можно с пугами с обычной рыбы что-то закрыть? Им же, блядь, это супер критично важно. Ну, ты скажешь, как можно пугами без анролов. А, ну, естественно. Не, просто когда РЛ вообще нихуя не ставит, типа и релит, как долбоёб, то тогда вопросы возникают. Зачем? А лучше всего, когда РЛ ничего не ставит и не релит. Нихуя не делал вообще. Другие пусть рэпят, да. Но самое главное, чтобы РЛ анролил шмотки в гильдии. Вот это самое главное. Да. Вот я ходил с типом, он РЛом был, но я ему этого гнева прорелил, и он, ну типа, а я ухожу уже. И он говорит, типа, не кайф, хоть чтобы ты уходил без шмотки, типа, ну ролили по окончанию. Он говорит, типа, давай паролим токен. Я такой, ну давай. Миленько. Да. Мы вчера в Кару ходили с Фаерлиной. Сейчас вам Донт расскажет, как мы ходили. Кстати, блядь, Кубоп, извини, я что-то вообще тебя перебил, рассказывай. Не, это все, в принципе. Ты что-то там про Фаерлину говорил, а я тебя понял, начал тебя перебивать, а потом я думаю, а какого хуя вообще такой уебан. Короче, вам Донт? Донт сейчас расскажет, как мы на прошлом КД ходили в Ульдуар. Давай. Донт. Вам слово. Звучит так, на прошлом году мы ходили в Ульдуар, да? Давай, ебашим, пацаны! Нужно, фласки выпили все, давайте. Не, Геру не пил. Да без Геры, ебашьте, пацаны, надо убить. Ну, перевести. Я так быстро кастую кнопки, что у меня даже этот крит-пот не пьется между кастами. Самая быстрая рука на Диком Западе. А ты в припот закинь скилл какой-нибудь. Вы будешь это не очень. Не, не, не.
Крестпоты надо пить грамотно. Ну, ход кейм нажимаешь просто перед этим. Ну, ясно, пацаны, ну что вам сказать, слабый, опять пиздец. Ну что это такое, пацаны? Мне очень стыдно за вас. А ну давай ДПС по этому, по боссу, кто самый последний, тому 300 ГП. Все. Последнее слово. Не повезло танку. Хилан не повезло. Нет, последний ДПС. От меня даже нет. Нет, нет, отмена, ребят, там мой парень. Не надо. Тут твой парень. Подожди, а я на каком месте? А что это на девятом месте? Я на девятом месте, что ты говоришь, нормально все. Не-не-не, этот. Чего мне так мало? Не, Невер мне говорит. Там что-то оговорочка была какая-то. Чей парень? Ну неважно. Да все нормально, Кубоб паладин, бля, вы что такие душные? У нас вообще толерантная гильдия, мы не осуждаем. В смысле, челик из моего статика. Я об этом. Да, мы так и подумали. Согласен, главное, чтобы негром не был. Вот да. Так, в смысле, а почему? А что, вы осуждаете такое? Нет, не осуждаем, нормально. Ну вот. Пускай хоть черный. Ненавижу расизма геев. Хоть девушка, да, хоть человек. Хоть паладин черный, да? Ну, конечно, пацаны, ну некрасиво. Кстати, можно же этого сделать. Кстати, у нас ни одной девушки в рейде. Слушай, ну и знаешь, это как бы... Поэтому так хорошо проходим или как это? О, ну это тоже некрасиво. Жалко, паладинов мало. Не, выебываться ни перед кем, поэтому не то. Ты в игре перед бабами выебываешься, ну ты нелогичный. Я выебываю, там. Да я не тебе. А я себе. Ну я обычно к тёлочкам на чопере на своем подъезжаю. А я на Фениксе. Сразу видно, кто там на чопере накопил, а кто на Фениксе. Ты на чопере подъезжаешь и говоришь, ваш Uber прибыл. Uber будет включен. Он так тарахтит. Я такой, ну точно. Ну тогда эконом получается. Ну такое, конечно, обслуживание Кубоба на Uber не очень. Ну да. Да я думаю, почему у меня 3 звезды? 3 из 4. Да, да. А почему я написал, что 4-я пушка готова? А, слушай, мы уже бьем его. Да, сразу уже. Заберите нового. А я, бля, дал портал, типа, смотрю, пушка не нажимается, думаю, что такое? Господи, 0 FPS, ребят. Поворачиваться буду по часовой. Не, не надо поворачиваться. Все, стой на месте, стой на месте. Ну, нет, смысле, вернись. Вернись. Да, можешь там. Да, стой позже. Там приятно, тепло. Типа, да. Не замерзнешь, зима ж близка. Ты же паладин или кто? Ты что, лучше боишься какой-то? Ты ее постоянно посяльешь. Неплохо, неплохо. Хорошая, хорошая, нормально. Старая, но хорошая, да, нравится. О, смотри, жар. Ну, давайте паролю. А, блядь, нахуй у меня столько меткости, пиздец. Ой, блядь. Бля, почему я не сова? Почему у меня перекап меткости? Ну, так. Чё, с жаром будет чуть больше 500. Отлично. О, мужик. Тоже с жаром будет перекап. Что, трэш убили? Когда вы успели? Ты можешь скидывать донт, если не надо, по-моему. Бля, ну я бы взял, у меня будет кап. Забирай тогда, забирай. Мне типа, ну она прикольная, но я, наверное, не особо ее хочу. Иначе прожимаем. Хотя не. Я скоро заберусь с острова, и мне жар, наверное, не нужен будет. Ну, я но... так его сейчас я заберу. Я прожимаю на помойкам. Еще прожимные апнули. Да, их апнули нормально. Хорош. Че там застанили, нет? Меня залагало. Застанили. Ой, молодцы какие. Предлагаю, если выйдет X5, и мы туда пойдем назвать гильдию без баб. Парень. О, нет, у нас есть Альфи, Алина. Забайте. Ну, короче, у нас девушки на магах. А. О, нормально. У нас же еще вроде кто-то был, нет? Ну, ты помнишь кого-то еще? Так. Я звоню, все. Не, зорки, типа, это никак не связано с тобой. Че ты все воспринимаешь на этом? Че там зоркий? Да он типа, если у нас 2 девушки на магах играет, то значит он тоже девушка. Он так это воспринял почему-то. Это же не одна из них. Ну. Так-то да. Ну, ты так-то аниме-тян, а не девушка. Вайфу. Вот я бы сказал вот так. Кого? Неважно. Я просто мил. Слушайте, изи локом кикается косты, вообще не почувствовал. Следующий кто-то. Баном, да? Не-не-не, станок. А, ликом? Да, охуенно. Не, какой лик? Хлопок, здесь. Хотел сказать. Кого? Что ты несешь?
Хлопок. Ну, дайте собрать только их. Шифры. А, хлопок. Я понял, все. Я увидел. Хлопок. Да-да-да. Так, пацаны, такой вопрос. А кто меня пойдет провыгонить на Толгород? Я могу сходить, на самом деле. Мне надо... Ну, давай. Дыбер сделать, наконец. Кубов, ты купил себе на 60? Кого выше? На 60... На 39 ловкости купил себе? Да! Да? Нет. Бля. Кубов, понимаешь, пока ты делаешь дырку, я уже все сделал, два спека с Толгорода. Хорош. Кубов, пока ты не... Пока ты не сделаешь себе эту чарку, будешь дыркой. Понял. Ходи. Так, скажите... А, подождите, Сильваныч, вы Ретрика... Я вылетал сейчас. Нет, Ретрика, спекнись, фиксите в ДД, нам нужен третий мастер аур. Товарищ, а вы там карася замучили, он плачет. И мы знаете, как сейчас будем бить? Мы не будем босса переводить, мы его там прямо будем бить. Фикси, будешь просто там стоять в углу и в луже. Тихо-тихо-тихо, сейчас, секунду. Это ж вроде нормальная тактика, да? А, да, там вот будем стоять, где он стоит? Да. Ебать. Это другая проблема, там же миликов будет, по-моему, огнем. Да проверим, проверим, блядь. Ну хочу проверить, ну отстаньте. Если что, отведем, нормально. Да, если что, подведем. Так, и гэс не поресните. Где он там? Он так все отойдет. Похуй без него, если что, побьем. Так, Фикси спекнулся, Сильваныч спекнул. А, первый дает мастер аур Корнеас. Второй Сильваныч, третий Расмус. Услышали? Даем мастер ауру на третью ауру. Сейчас Расмус берешь файр ауру пока. Какой он? Так, у Корнеаса третья, у Расмуса файр. У нас нету валка. Валки и ГГСНИП. Ага, валки есть. ГГСНИП, ну не плевать. Так, The Bampledont. А Гера когда будет? С пула. Пускай подпить. Ебать, давайте на пул там хороший, ну. ГГСНИП лежит, все. Геру. Только, пожалуйста, мастер аур без команды. Ну, я дам без команды, потому что другие. Окей. Okay. А ну он босса взял в ковш. А, ой, перепутал. Да, я видел, ГГС, все хорошо. Мастер аур. Поменялись. Третью ауру берет Сильваныч. Взял Сильваныч, плюс они. Да, да, да. Дашь мастер по команде. Ну, скажешь. Без команды сможешь? Ну, уж скажу. Окей. Ближе встаньте. Мастер. А, нет. Мастер. Без команды, да, так, Расмус дал мастер аур никогда нужно, поэтому у нас не будет третьей. Раз. Бля, не успеем добить до этого. Придется стопать. Не считаю имбовая тактика. Так, бля, там два надо было. Стоп-каст. Да ну замечательная тактика, по-моему. Нахуя вообще его в лужу вести, блядь? Кто это придумал? ГПМ. Эх. Нормально. Ой, ебать кольцо, пацаны. Так, Дон, ой, ну короче, я все роду. Спокойной ночи, идеально. Так, с ЕП я начислю сейчас. Замена, заходите.
Дуад был, Гудлик был.